Кесерит нау. Сегодня у нас будет мотосвидание с вот этой телочкой. Оп! Тарарирай. Сейчас я ее, сука, покатаю, бля. Отомщу ей за все грехи. Шучу. Давай. Там за все грехи? Одевайся. Одевайся. Сейчас. Ты же знаешь, да, правила мотоциклиста, вся херня? Знаешь? Ах ты, бля. Еще и атакую уже. Вот так подтяни, чтобы тебе удобно было. Ебать, дави, сколько телепаться будет там. Ой, бля, сейчас как поедем с Сонито. Посмотрим, на что ты способна. Ай, бля. Блядь, не буду застебать. Так, так, так. Так или не так? Пум-пум. Седай. Снова седая ночь, и только ей доверяю я. Снова седая ночь, кто-то выехал так сюда. А мы ее обгоним налегке и поедем на нормальную дорогу. И как натулим там под 260. Снова приходится ехать по встречке, потому что тут дорога такая убитая, что, блядь, я не знаю, блядь. Ездим, как в Японии, блядь. По-другому никак. Что поделаешь? Бля, нас обогнали. Это вызов. Как только выедем на нормальную дорогу, снова у нас появится заруба. Еще нет. Тут все в горбах, блядь. Здесь жалко. Все. А не дорога, блядь. Подъезжаем, надо будет спросить, нужно ли ей отдохнуть, пока мы доехали. Уже там ручками перебирает, уже богато. Встает, наверное, еще что-то. Проверим. Что, тебе отдых нужен? Отдых, говорю, нужен или поедем? Отдохнуть надо, чи не? Ну все. Ух ты, блядь, песок.
Да не сади. Ого, блядь, вот это что-то разбилось, блядь. Ну шо? Це капець. А то? Поняла тепер, що це таке? Поняла. Нормально? Воно шлем великий на мене. Чого? Бо перекручується чи що? Він не перекручується, просто чуть-чуть верх піднімається. Ну то ж. Ну що, що б ти вибрала? Вілка і глаз або в жопу раз? А? Не знаю, глаз мені дорог. Ну все, пішли тоді. Ну він би тебе вкусив, той павук, стопудово тебе б з'їв би, бля. Да, повністю. Повністю. Тобі в вухо чи в носа десь би ти заліз би. Да. Двіжкуємо. Зараз буде заїзд номер 2. Ти готова, Синіто? Почти. Почти. Зараз ми перевіримо, бля. Хтось буде виходить. Подивіться на цього алкаша. Все, покатались, можна піти і віддихнути. За рулем буде пить. Заїзд номер 2. Хоп! Нарарірай. Нарарінанінанай. Поїхав собі. Може мені такого світу? Давай. І прикольно будеш ганяти. Да. По місту прикольно розсікати. То що, хватить і в город, і назад, в принципі. Ну що ж, сідайте. Заїзд номер 2. Синіто. Ну-ка, запиши тут дяденьку, я на заднем проедусь. В две стороны я сделаю. Банда. Куда? В будку заезжаю. В будку.
и в межгорье не едьте, там нема нихуя интересного. Не, типа, понял, мы просто едем. Яремчик получше. И там дико. Хоба! Я, блядь, в межгорье, блядь, я уже. Вот так вот сонито. Вот так вот сонито воно буває. Оп! Ла-ла-лей-лей. Как ты себя чувствуешь? Слушай, у меня болит это руки. Все, больше у меня ничего не болит. Да? Шея будет завтра болеть, наверное. Нет, она чуть сзади болит. Ну все, ты довольна? Осталось только дяденьке приятно сделать. И уносит меня, и уносит меня в далекую снежную даль. Коня, декабрь, январь, февраль. На, бля. Та только туда надо было, там где ровно. Бля, не, он не встанет. Чего? Ножка широкая сильно. Чего? Ну посмотри по парапету и по ножке. Да по-моему четко. Да ебать хват с головой. Так а вот там надо. Да он руль заблокировал, бля. И шо? Мы сейчас его поднимем. Надо помоги ему лучше передок поднять. Мы сейчас-то поднимем тут задок. Ну блядь, на бордюр. Пиздец, нахуй годы. А ну. Сейчас еще надо. Четко? Да. О. Вот это уровень. Ебать, я представляю, реакция будет вообще жесть. И слушай, и надо разъехаться, ебать, и что он будет делать? Это вообще просто. Ой, бля. А вот же, что это за банда? Йоу-йоу. Ебать, это пиздец. Где ты был, бля? Ну, кто его поставил? Це пиздец. Це пиздец. Ты что? Я вот весь вечер тебя жду. Я хотел ему помочь, поздоровать. Я просто узнаю сейчас, кто ставил, я буду быть еблом. Ну, мы не помним. Ебанок. Придут. Це пиздец. Давай, убивай все по одному. По очереди. А что ты за хуйня? А что ты за хуйня? Что там происходит? А что там таке? Что тут? Только что на дереве. Кто ставил? Чтоб ты поодевал губаты и пришел. 10 человек. А я пришел. Ну, еще снимаю. Охота навести суеты. Сейчас прогреемся хорошо. Дадим на заднее по центру. Красиво. Красиво. Готовы? Все готовы? Отличное утро, взял у брательника мопед на кремень съездить, блядь. И топливо закончилось, блядь. Даже лампочка не успела загореться. Блядь. Хорошо, что хоть рядышком тут метров 100 пришлось пройти. Так норм. Хопа. Ну все, уезжаю. Давай. Не будем мешать, пойдем. Метрополитена. Перехода метрополитена. А вон какие
две жопки в шортиках. Какая ж красота. Ла-ла-ла. Здесь мусоров нигде не было. И для сравнения, тут хоть светофоры есть, сейчас показываю. Вот тут, конечно, вообще офигевшая пешехода. Боже, дыви, что робится. Ну что, друзья, вот такие у нас проходят будни. Веселые, позитивные. Что от вас требуется? Как всегда, подписка, лайк, комментарий. Если вы не здесь, то вы нигде.